Привет! Я думаю, информация о том, что Windows собирает информацию о своих пользователях, не нова. Но что же именно хочет знать о вас компания Microsoft и как отключить слежку Windows? К примеру, голосовой помощник Cortana передает все данные, полученные из микрофона, на свои сервера. Веб-камера из вашего ноутбука или компьютера тоже передает данные в Microsoft. Установлено, что порядка 35 мегабайт данных передается из операционной системы Windows при первом включении веб-камер. Я молчу о столь очевидных вещах, как сбор информации о истории посещенных сайтах, поисковых запросах, информации из Outlook, информации о скачанных файлах и другой информации, которую Microsoft собирает о вас каждый день. Как это все отключить? Рядом специалистов по информационной безопасности и энтузиастов была создана программка, которая называется Disable Windows 10 Tracking. В этой программе существует два режима работы – отключение сервисов слежения и удаление сервисов слежения. Я бы рекомендовал их удалить. Вы выбираете режим Delete и ставите галочки на все сервисы слежения, после чего нажимаете кнопку Go, и программа в фоновом режиме запускает удаление программ слежения, а также блокирование IP-адресов, на которые пересылалась эта информация. Таким нехитрым способом вы, конечно, не избавитесь от всех возможностей Microsoft следить за вами, но существенно повысите ваш уровень конфиденциальности.